Всем здравия! Сегодня я хочу поговорить на такую тему, как феминизм. В частности, феминизм в России. Насколько эта тема важна? Стоит ли вносить в русский язык различные феминитивы? Феминитивы – это женский вариант прочтения той или иной должности, той или иной деятельности, которую делает человек. Ну, допустим, автор. Авторка, геолог, геологиня, и так далее. В принципе, тут варианты могут быть, примеры могут быть самого различного рода. Как мне кажется, вот лично мне кажется, то, что нету какого-то социального запроса на это все. Ну, на вот такие перемены. Мне кажется, что это люди, которые выдвигают такие требования поменять что-то в русском языке, они прежде всего хотят пропиариться. Феминизм становится чем-то модным у женщин, ну и вообще. И как мне кажется, что это тлетворное влияние Запада. Ну, да, это смешно звучит, да. Это меня, наверное, кто-то обвинит в том, что я там совок, что я продвигаю какие-то старые идеи, я не иду в ногу со временем. Но мне кажется, что вот в русском языке все находится довольно статично, и какие-либо изменения в нем приходят исключительно со временем. Туда нельзя, в язык нельзя просто так взять и втемяшить какое-то новое правило, потому что людям так захотелось, каким-то определенной группе людей. Это один вопрос. Разумеется, то, что как люди общались, допустим, 100 лет назад, люди не общаются сейчас. То есть, да, мы их понимаем, но различные нормы изменились. Общечеловеческие какие-то отношения, привычки какие-то, употреблять какие-то фразы. Это нормально. Любой язык меняется со временем. То есть, чем дальше мы уходим назад в прошлое, тем меньше мы будем понимать свой же язык. То есть, это совершенно нормально. Когда язык меняется, когда в него вносятся различные коррективы. Это как организм, у которого есть, ну, он родился, он в таком-то состоянии находится. Допустим, он маленький, вот мы вот такие вот. У нас есть определенный набор клеток. В дальнейшем старые клетки отпадают, появляются новые. И тот организм, в котором вы родились, уже не тот организм, в котором вы сейчас. То же самое происходит и с языком. И чтобы язык поменялся, чтобы туда вносить какие-то изменения, нужно, чтобы прошло какое-то время, и нужен, как мне кажется, некий социальный запрос на это. И здесь появляется первая проблема феминизма, то, что здесь он, ну, не то, чтобы не нужен. Нет, это совершенно не так. Есть определенные проблемы, связанные с, ну, с так называемым женским вопросом. Где-то я форумал, ну, где-то на форуме я нашел такое определение, как женский вопрос. Ну, допустим, есть еврейский вопрос, есть русский вопрос. То есть про национальности, допустим, есть вопрос там каких-то меньшинств, и есть женский вопрос. Конкретно женского вопроса нет. Тогда на помощь приходит так называемый, который потихонечку становится популярным сейчас явлением, так называемый интерсекциональный феминизм. То есть, дабы как мне кажется, что почему он становится модным, потому что конкретно по женскому вопросу тут особенно не о чем разговаривать.
Интерсекциональный феминизм выступает в защиту не только женщин, но и различных сексуальных меньшинств, допустим. Выступает за разнообразие гендеров. То есть, допустим, гендеров не два, а там несколько десятков. То есть, я не буду об этом очень долго говорить, потому что я думаю, знающие люди меня поймут, как разнообразие интерсекциональный феминизм. То есть, к правам женщин он по факту уже особенно не относится. Он относится к какой-то обобщенной группе так называемых угнетаемых людей. И, как мне кажется, здесь феминизм по факту особенно и не нужен. Женщины имеют право голосовать. Я думаю, что законодательно они ничем не ограничены. Есть различные вопросы относительно, может ли женщина работать в каких-то определенных местах, где, в общем-то, есть опасность для нее и опасность для потомства и так далее. Но, как мне кажется, что феминитивы здесь, в России, в русском языке не нужны. Я не думаю, что устоявшиеся какие-то примеры, где есть слово, допустим, автор, я не думаю, что если это слово является мужского рода, я не думаю, что это как-то угнетает женщин, которые тоже занимаются писательской деятельностью, допустим. Я не думаю, что такой вопрос, как женщина в обществе, тяжелый. Мне кажется, здесь срабатывает тот же самый эффект, что когда мы говорим, допустим, о действующей власти, да, вот Владимир Путин активно сидит на своем троне уже где-то 19 лет, даже может побольше, но по факту. И люди, которые недовольны своей жизнью, которые, может быть, ничего не добились в угоду разных причин, сваливают во многом вину на Путина. Хотя по факту они сами ничего не сделали, чтобы добиться чего-то. Они говорят, вот если бы не Путин, я бы вот там таких высот добился, я бы вообще много чего сделал, но вот Путин, вот зря. Вот, блин, мне не повезло родиться в этой стране и так далее. Здесь, мне кажется, немножко такая же история с женщинами, которые проповедуют феминизм. Я знаю, что на меня сейчас много кто нападет из женщин, которые проповедуют феминизм, но я считаю, что здесь такая же история. Многие женщины, которые, может быть, по каким-то причинам не реализовались, они очень высок соблазн сбросить все на мужские плечи. Что типа, это все потому, что тут мужчины все узурпировали, есть какая-то, как они называют это, привилегии, вот. Есть у мужчин некие привилегии, которые они не дают женщинам. И вот именно поэтому у нас там очень мало женщин в правительстве. Давайте дадим им квоты женщинам, чтобы женщин было ровно столько, сколько мужчин. То есть, как мне кажется, что вот эти квоты, они наоборот только делают хуже. Только принижают женщин, потому что в честной борьбе женщина... Так получается, что как вот процент... определенный процент женщин проигрывают мужчине. Но это так. Сейчас женщине особенно бороться не придется. Квоты уже для них есть специальные. И они будут бороться между собой, но по факту
женщин будет половина. И тогда у мужчин появится огромная конкуренция между собой. И так или иначе, даже в таком обществе, где женщин будет ровно половина, как мужчин, там в правительстве, в парламенте, все равно мужчины будут побеждать, потому что у них будет более жестокая конкуренция. И даже если будет половина женщин, половина мужчин, они все равно возьмут верх в этом обществе. Но важна формальность, наверное, для таких женщин. Я считаю, что феминитивы, они скорее внесут некоторую напряженность в обществе. И вносить в русский язык их, я думаю, не стоит. Но это не мешает женщинам, особенно тем женщинам, которые проповедуют феминизм, не мешает нисколько говорить так, как они хотят. Если они хотят говорить авторка, биологиня, товарищница или товарищка, или так далее, пусть обязательно так говорят. И, возможно, в ходе некоторой эволюции русского языка и влияния, допустим, феминизма, скажем так, возможно, когда-то в будущем все поменяется. Но сейчас я считаю, что феминитивы — это что-то дикое. Всем привет, меня зовут Настя, и наконец-то я села снимать видео. Оно будет о феминитивах. Я решила это сделать, потому что для многих эта тема неоднозначная, и мне хочется внести в нее свой вклад и ясность. Так вот, зачем нужны слова «блогерка», «иллюстраторка», «редакторка», «психологиня», «докторка» и другие феминитивы? Язык — это социальный конструкт, который отражает то, что происходит в обществе, и это инструмент, с помощью которого эту реальность можно менять. Мы живем в патриархальной реальности, где язык преимущественно мужской. Потому что женщины пришли в профессии, которые первоначально считались мужскими, не так давно. И так как большинство специальностей были мужскими, не было необходимости придумывать им женские названия. Но сейчас получается, что уже очень многие женщины работают в медицине, науке и бизнесе, но их продолжают называть в мужском роде. В современном русском языке закреплены как норма феминитивы, которые относятся к традиционно женским профессиям. Это няня, акушерка, учительница. Так как среда русского языка остается преимущественно мужской, феминитивы нужны, чтобы женщин сделать видимыми в профессиональных областях и показать, что они не только жена, дочь или бабушка. Мне кажется, одна из причин, почему феминитивы воспринимаются негативно, это восприятие всего женского как чего-то непрофессионального. Я читала несколько интервью, где женщины говорили о себе в мужском роде, например, не журналистка, а журналист, потому что так звучало солиднее. Еще одна из причин неиспользования феминитивов — это негативное отношение многих людей ко всему, что связано с феминизмом. И это может вызывать негативные реакции, споры. Многие не хотят в этом участвовать, и их можно понять. Я хочу еще добавить, что это нормально, что феминитивы режут вам слух. Мне тоже сначала было непривычно их произносить или видеть где-то в тексте, но потом я привыкла. И так и должно быть, ведь нам же нормально употреблять устоявшиеся феминитивы, такие как учительница, писательница или актриса. Язык — это не статичная система, и он постоянно развивается, но это не должно происходить насильственно. Поэтому, если вам не нравится употреблять феминитивы, не употребляйте их. Но не ругайте за это других, ведь феминитивы — это не уродование языка, а инструмент в борьбе за видимость женщин в профессиональном сообществе. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я надеюсь, оно вам понравилось. И я не думаю, что если писательницу, автора называть авторкой, что-то изменится. Это все, что я думаю по поводу феминитивов. Если вы со мной не согласны, обязательно оставляйте комментарии. Если вы хотите дополнить, обязательно оставляйте комментарии. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось, обязательно ставьте дизлайк. Благодарю за внимание. Спасибо.